Он проходил подготовку в легендарном гагаринском отряде космонавтов. Виктор Горбатко родился в Гулькевичском районе. Соболезнования родным и близким выразил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. Виктор Васильевич был представителем легендарного поколения летчиков-космонавтов. Дважды герой Советского Союза, мужественный и самоотверженный человек. Он много сделал для развития отечественной космонавтики. Уход из жизни таких людей – большая потеря для страны, которой они преданно служили. Имя Виктора Горбатко носит его родная школа в поселке Венцы-Заря. А в Новокубанске еще при жизни летчику-космонавту был установлен бюст.